Всем привет! Сегодня я вам покажу магазин, который находится на въезде или выезде из Темрюка, светофор. Покажем вам цены. Здесь можно закупаться перед тем, как ехать на море. Спасибо. Мы здесь обычно берем минеральную воду, потому что она здесь дешевле. Допустим, если вы приезжаете в ту же Голубицкую, то там она будет в три раза больше. Получается здесь на рублей 16, наверное. А в магазинах во всех она 32 рубля. Ну, я не знаю, стоит ли вам показывать какие-то такие цены на продукты, но здесь, конечно, ниже, но и качество разное. Собственно, вы сами видите, какие цены, на что, на продукты, что вас интересует, то и смотрите, внимание обращайте. Майонез, яйцо, короче, все тут есть. Затариться можно конкретно перед поездкой на отдых, в общем. Мы какую-то такую сгущенку берем. Ну, похожая, короче. Ничего так. Консервы всякие. По качеству я не могу ничего абсолютно сказать, это тут нужно пробовать и самому решать. А знаешь, что мама брала маслины, маслины как маслины, для солянки. Тушенки и всякое такое. Цены на алкоголь, ну я не знаю, я в нем не разбираюсь, не выпиваю, так что на всякий случай вам покажу. Ну, мы сами решайте. Вот, кстати, Шато Тамань с Тамани. Я как раз снимала видео про Тамань, вы можете увидеть там видео, моменты есть. Крымская. Ну, вот так вот. Разные, в общем. Соки какие-то неизвестные марок для меня. Вот какая-то вода минеральная, но папа берет совсем какую-то другую.
Мы берем ее кейсами. А, ты вот эту вот? А, вот она. А, это другая, я вижу, да. Я как раз мимо нее прошла. Что она там? Это обычная. Там обычная. Обычная. Это где-то шашлыки. А, для шашлыка. Да, папа у нас делает иногда шашлык на минералке. Очень вкусное мясо, такое мягкое становится. Вот, в общем, всякие каши. Квас. Вот, взяли такой квас попробовать. Посмотрим, что как. Всякие сладости, печенье, конфеты. Грубо говоря, если брать, так брать, да? Ну, к чаю здесь можно что-то себе подобрать. Зефирки какие-то, чересчур какие-то мягкие. Ну, вот эти вафли, блин, магните, они подаются вафли. Ой, вафли говорю, пряники. Пряники, пряники, вкусные, нормальные. Некоторая продукция та же, что и в магните в Пятерочке. Смотрите, что такое странное. Галеты. Забавно. Нет. Да, конфет. Так я не нашла. Где тут? Нет, я же хотела посмотреть мармелад. Птичье молоко. Оно на кассе стоит. Сухофрукты, кофе сейчас покажу. Вот такое 90 рублей. Ой-ой-ой, все сыпется, господи. Ну, в общем, вот. Очередь здесь всегда огромная. В общем, адрес магазина я оставлю в описании к видео. Если вы туда поедете, сюда поедете, то напишите, как вам этот магазин вообще, что вы здесь для себя нашли. Да. В общем, ту воду, которую хотела купить папа минеральную, ее не было. Вот, пришлось взять другую. Нету, да, мармелада того. Я не видела. Мармелад, который искала, его здесь, видимо, в принципе, нет. Решили взять вот такой мармелад. Не знаю, так же ли он стоит 80 рублей, как этот, или нет. В общем, думаю, мармелад как мармелад. Вот. Идем на кассу. Да нет. В общем, мы взяли такую воду, мармелад, эти рулетики, сыр, квас. Вот. Вот так вот.